Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Друзья, как не потеряться в Албании? Да, я знаю, я много раз про это говорил, напомню еще раз, потому что приезжие попадают в разные смешные истории. Друзья, сразу по прилету в Албании подключите себе местную сим-карту, она стоит недорого. Отдадите вы каких-нибудь там 20 евро, но вы всегда будете на связи, и все ваши мессенджеры, все ваши WhatsApp, Telegram, Viber, все ваши соцсети, они останутся. Просто вы будете доступны. Вот. Поскольку периодически люди, которые к нам едут, верят, скажем так, заверением своего мобильного оператора, что здесь, в Албании, их роуминг будет работать, друзья. А это не всегда так. Поэтому, друзья, подключите себе сим-карту прямо в аэропорту. Вот. Следующий момент, друзья, чтобы не потеряться в Албании, давайте я вам покажу. Видите вот дом, да? Видите? Нет обозначений улицы, нет обозначений дома, да? Вот, например, как найти, вот эту вот клинику стоматологическую, потому что, адреса-то нету. Как, собственно говоря, друзья, и почтовых ящиков. Почтовых ящиков у нас в Албании нету. Вам письма никто не приносит. Друзья, научитесь пользоваться обычными Google картами, навигатором. Это несложно. То есть, как найти какую-то точку здесь, в Албании? Либо показать таксисту, либо местному албанцу какой-то отель, который всем известен, либо какой-то торговый центр, про который все знают, и без проблем они найдут. Либо, опять-таки, старым дедовским способом через навигацию Google Карт. Вот давайте посмотрим, как это работает. Друзья, как пользоваться геолокацией? Я понимаю, это звучит, возможно, глупо для кого-то, наивно, но поверьте, огромное количество людей, которые приезжают в Албанию, попадают в разные курьезные ситуации из-за того, что просто не умеют пользоваться Google картами в своем телефоне. Давайте я покажу, как это работает. Итак, друзья, у вас есть телефон. Надеюсь, он у вас не кнопочный, а вот такой, с каким-то таким меню. Находим настройки, нажимаем настройки, дальше находим слово, у меня это называется конфиденциальность и безопасность в моем телефоне. Находим службы геолокации и включаем их. Хорошо, теперь телефон может найти вашу геолокацию. Дальше ищем карты. Друзья, карты есть в любом современном телефоне. Заходим в них, и телефон определяет ваше местоположение на карте. Вот. Вот эта точка синяя, это и есть мы на карте. Дальше, друзья, мы ее зажимаем, и выползает вот такое интересное меню с надписью «Отправить». Друзья, и все. Дальше вам нужно отправить вашу геолокацию таксисту, мне, вашему лечащему врачу или кому-то еще. Ничего сложного в этом нет. Итак, друзья, вот два основных момента, чтобы не потеряться в Албании. Это просто иметь местную сим-карту, которую можно купить практически везде, да, но лучше в аэропорту. И второй момент – просто выработать у себя навык использования вот этой Google карты. Ну и все, друзья. Также, если у вас есть ваша сим-карта и вы в Албании, вы можете связаться со мной. Мой телефон есть вообще в каждом видео. И, возможно, я вам буду весьма-весьма полезен здесь у нас в республике. Подписывайтесь, ставьте лайк и успехов!